Вот, это выход из музея. Идет на такую дорожку. Красивую. Сейчас. Так, и мы сейчас будем тут играть в эту игрушку. То есть мы пересмотрели кучу дешевых игрушек за доллар, за два. И выбрали, очень долго смотрели, выбирали игрушки за доллар, за два. А потом быстро пошли в другую сторону и выбрали за 15 долларов. Вот. Что-то. И коробку уже рвем. Сейчас будем собирать. Это типа конструктор. О, так это конструктор. Ну, конечно же, конструктор. Хорошо. Как тут присесть, да? Тут не облокотиться далеко слишком. Далеко. Ну так. Уютненько. Тут вот можно погулять потом. Что хорошо. Скажи, мама, помоги мне. Молодец, вот как хорошо говорит по-русски.